Привет, с вами я, Полина Соколовская. И я, Глеб Соколовский. Как настроение? Как дела в школе? Что новенького? А у нас просто куча новостей. 3 марта в Киеве состоялся 7-й открытый фестиваль «ТВ-старт». Участники из Украины, России, Казахстана приняли участие в конкурсной программе в номинациях «Вокал», «Хореография», «Фотомодель», «Шоу-программа», «Телеведущие», «Цирковое искусство». Все участники показали высокий уровень подготовки и исполнения своих номеров. Смотрим! Мы не теряем время, потому что знаем, что каждая минута – это маленькая ступенька к успеху. Да вы и сами это хорошо знаете. И нам лениться просто противопоказано. Ведь талант – это не просто дар, но и много часов упорного труда. Без этого вряд ли можно ярко сиять на сцене. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то путях идти бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно-верно, то, возможно, можно-можно, можно в Африку прийти. Ширины.
губы. Спонсор показу – компанія «Росинка». Продукт серії «Дитячий напій Шампусик». Напій свята та дитячих радощів. Мені трудно вспомнить і пересказать, сколько всего удивительного произошло на нашем замечательном фестивале. Здесь образовалось дружество юных и талантливых. Теперь мы будем обмениваться новыми, сногсшибательными идеями и опытом. И будем, конечно же, творить. Конечно, сейчас на фестивальной сцене сияют настоящие звезды, но совершенству нет предела. Thank you.
Когда я шла на передачу, я внимательно посмотрела план фестивальных мероприятий. Столько там всего написано. И репетиции, и встречи, и работа с преподавателями. Но на ТВ-старте мы всегда все успеваем. Потому что все, что касается фестиваля, до минуточки продумали наши организаторы. А они никогда не ошибаются, честное слово. Желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Песня звучит, и мы с тобою в пути под мерцанием далекой звезды. Солнце взойдет, и новый день к нам придет, чтобы исполнить все наши мечты. Где-то там вдали, на краю земли, догорает последний закат. Шепчет листва и простые слова для тебя прозвучат. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Много крутых путей, дорог непростых предстоит нам с тобою пройти. Сияние ярких огней будет ждать нас с тобой впереди. Где-то там вдали, на краю земли, пусть тебя согревает любовь. Шепчет листва, и простые слова прозвучат вновь и вновь. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Спонсор показу — компания «Росинка». Вода Софія Київська здійснює очищення організму. Все участники, родители, руководители получили массу впечатлений и покидали съемочную площадку фестиваля с огромным зарядом положительных эмоций. Разнообразные красочные номера всех исполнителей не оставили равнодушными никого из присутствующих в зале. Thank you.
Мы благодарим всех участников 7-го открытого фестиваля TV Start. И с удовольствием будем рады видеть вас и, конечно же, новых участников в наших следующих телевизионных проектах постоянно растущей семьи TV Start. Недаром девиз нашего фестиваля «Присоединяйтесь! С нами интересней!» Привет, доброе утро, мир! Я верю, меня слышно, и мне есть что сказать, и мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давайте ж тебя встанем у сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг, посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Просыпайся, 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 друг, посмотри, посмотри, посмотри вокруг. Окей, дайте мне пару слов. Мои друзья со мной, а значит я готов. Значит я готов. Мои глаза открыты, сердце бьется четко, повторяя ритм. Ведь сегодня я посмотрел вокруг и понял, счастье близко, почти на моей ладони. Мне надо обзвонить подруг и всех друзей, мне надо отключиться от различных сетей. Мне точно надо сделать погромче музон. Мои двери открыты, welcome back home. Пусть дом наполнит свет, и никто не знает бед, если мы вместе, друзья, ага. Ты просто улыбнись, и навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем. Твоя жизнь, и в каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех, кто ждет и верит. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто. Доброе утро, мир! Я верю, меня слышно, и мне есть что сказать, и мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто. Продукт передачі «Новинка від Росинки». Ретро-лінійка преміум. Вишуканий смак дитинства. Как жаль, что фестивали не могут продолжаться вечно. Полина, но мы только начали показ фестивальных номеров. Но наша сегодняшняя передача уже подошла к концу. Тогда обязательно встретимся через неделю. И продолжим просмотр творческих номеров. Ведь мы не говорим «прощаем», мы говорим «до новых встреч». Увидимся!